сегодня готовлю куриные рулетики с грибами и с сыром. И сейчас я вам покажу, какие продукты нам для этого понадобятся. Для приготовления возьмем 2 куриные филе, перец черный молотый, соль, сыр, натертый на крупной терке, грибы опята, они у меня уже отваренные и обжаренные. Вот такая вот пиалочка. И для основы, куда мы будем заворачивать наше содержимое, нужно будет 2 столовые ложки майонеза и 2 яйца. Отправляем в нашу посуду яйца и майонез. Нужно посолить и добавить чуть-чуть черного перчика, совсем чуть-чуть. И всю эту массу хорошо перемешиваем до однородного состояния. Ставим сковороду на огонь и добавляем кусочек сливочного масла. Мы отправляем нашу смесь на сковородку выпекаться. Накрываем крышкой и убавляем огонь. Готовим до готовности. Вот такие 2 заготовочки у нас должны получиться. Их надо остудить и отставить в сторону. Нарежем куриное филе на такие вот кусочки. Мы их будем отбивать. Это малое филе у нас. А вот такое крупное филе я порежу вот таким образом. Застелим наше филе пищевой пленкой и хорошо отобьем молотком. Филе надо посолить. И поперчить. Берем большую луковицу, ее надо порезать не очень мелко, но и не очень крупно. Обжариваем наш лук на среднем огне до золотистого цвета. Ну вот наш лук подзолотился, и мы к нему отправляем наши грибочки. Все хорошо перемешиваем. Грибы у меня уже были обжарены. Поэтому мы немножко сейчас их вот так обжарим с луком и будем выключать. Теперь собираем наши рулетики. Берем наше филе и вот таким образом его кладем на нашу заготовку. Потом берем грибы и вот так сверху кладем и разравниваем. Аккуратно. И переносим наш блинчик на подготовленную форму. Швом вниз укладываем. У меня вот такая вот форма стеклянная. И вот таким образом я укладываю наш рулет. То же самое делаем со вторым.
Такая небольшая авария у меня получилась. Блинчик порвался. Ну, видимо, в этом месте он просто тонкий получился. Сейчас я замажу это все смесью майонеза и чеснока. И в небольшое количество майонеза я сейчас потру на мелкой терке 2 зубчика чеснока. Все хорошо перемешаем. И обмажем наши рулетики сверху. И посыпем сверху сыром. Ну вот мы достали наши рулетики из духовки. Вот такие они румяные, красивые получились. Теперь их надо остудить, и когда они чуть остынут, мы их порежем. Ну вот наш рулетик остыл чуть-чуть. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. Какой же он в разрезе? Вот то, что у нас получается внутри. Смотрите. Вот такой вот. Красивый. И очень сочный. Несмотря на то, что грудка, она сама по себе суховата. Давайте попробуем на вкус, что у нас получилось. Очень вкусно. Мясо очень сочное. Грибы сочные получились. Я вам рекомендую, приготовьте своим мужчинам. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. И пока-пока.